Шум, гам, громкий лай сразу давали понять, кто в центре внимания на этом празднике, участники которого съехались из самых разных уголков и не только 63-го региона. Русские гончие, лайки, спаниели продемонстрировали свои племенные качества перед жюри из Самарского областного общества охотников и рыболовов. Очень красивое зрелище с редкими породами, которых в обычной жизни можно даже и не встретить. Молодцы, что есть такая выставка. В Самарской области вот таких районных выставок практически нет. Единственное. Так что молодцы, если будут поддерживать и дальше, возможно, это будет развитие. Здесь есть охотники, люди приезжают, людям нравится. Выставка собак – это замечательный случай посмотреть и узнать побольше о породах, а для собачников – пообщаться с единомышленниками, говорит Алексей, гость из Саратова. Сюда со своим четвероногим питомцем по кличке Урман он приехал не в первый раз. Для Алексея собака не просто друг, это первый помощник на охоте. 3 года ему, объяснить не могу, почему, вот. Там другие породы людям нравятся. Мне вот это именно нравится. И в Туле были, в Тольятти, Самара. Четвероногим участникам выставки была дана экспертная оценка, в результате чего определились лучшие с присвоением им племенных классов. Здесь же можно было получить консультацию ветеринарного специалиста по вопросам ухода за животным. На выставке присутствовали студенты Сергеевского губернского техникума. У нас были кинологические группы, мы ездили в Самару, там смотрели вот такие выставки, ну там без участия, скажем, как просто любители. А здесь вот уже мы в этом году как пригласили нас как ветеринарную службу в целях проведения консультаций. Эта выставка стала уже 7-й по счету. Организаторы отметили, что пока есть интерес к мероприятию, оно будет проводиться непременно. Надежда Щепакина, Дмитрий Сурков, телекомпания «Радуга-3».